Он жив! Нет! Нет, комок! Нет! Что ты делаешь? Я пришел съесть тебя! Ты кто такой? Ах, это проклятый колобок-убийца! Но ничего, ничего, ничего. Я наберусь еще сил. Я наберусь сил. А теперь на землю! Все! Я победила злого колобка! Я эту битву выиграла я! Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Я так рада, что вы со мной, друзья. И давайте на этом видео соберем 5000 лайков. Друзья, сегодня мы будем заказывать на сайте Darknet 2 зелья. Вам понравилось это видео? И сегодня я прочитала ваши комментарии. Вы написали то, что Ирина, попробуй сделать, купить зелье Аннабель против зелья злого, проклятого колобка, того самого колобка-убийцы, ребята, который стал таким популярным, что аж голову кружит, ребята. Именно эти два зелья я сегодня заказала на сайте Darknet. Сейчас я отдам этот конверт с деньгами на наше место. И совсем скоро мы получим эти два зелья. А перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Два и три. Если ты тоже хочешь попасть в мое видео, то прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мое видео. А мы погнали! Итак, друзья, вот у нас уже есть два зелья. Одно из них зелье Аннабель, другое зелье колобка. Меня снимает мой парень Дима. Всем привет. И он сегодня будет пить зелье колобка. Если вы помните, в предыдущем видео, друзья, состоялась просто наимощнейшая драка. Просто ужасная драка. Аннабель против Фредди Крюгера. Там было страшно. Если ты не видел, то обязательно в конце этого видео перейди по ссылке и посмотри этот ролик. Вот так вот он называется. Друзья, там была просто эпичная битва. А сегодня мы с вами будем, попробуем, вернее, натравить проклятого колобка против Аннабель. Мы выпьем эти зелья одновременно с Димой и превратимся, Дима превратится в колобка, а я превращусь в Аннабель. Посмотрим, они дружат или нет, или они тоже враги, как они себя поведут, ты узнаешь совсем скоро после того, как мы с Димой выпьем это зелье. Держи, Дим, вот это зелье колобка. У меня в руках зелье Аннабель, целая бутылочка, но достаточно лишь одной капли для того, чтобы превратиться в этих проклятых монстров, друзья. Ладно, на счет раз, два, три, вы готовы? Дима, ты готов? Да, я готов. Погнали, давай, я тебе открою крышку. Ну давай, динь-динь, как это обычно делают. Погнали, ребята. Черт, все до последней капли. Но мне не впервые уже превращаться в Аннабель. Это не слишком сложно. У тебя какие ощущения? Слушай, что-то, ну, хотя бы сладкий. Ладно, короче, ребята, мы сейчас передадим камеру нашему оператору и будем смотреть, что же будет делать колобок против Аннабель. Кто здесь? Кто это? Кто это? Кто это? Я не пойму. Кто ты такой? Это я, колобок. Что? Какой колобок? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я пришел съесть тебя. Ты кто такой? Ты добрый колобок, а не злой. Я злая форма. Какая еще к черту форма? Что ты сюда пришел делать? Ты хочешь сразиться со мной? С Аннабель? Да ты с ума сошел? Ты от бабушки ушел? Я от всех ушел. Или сюда? Иди сюда. Иди сюда. Кто здесь? Кто здесь? Держи! У тебя есть какое-нибудь оружие? Какое оружие? Я тебя вот этими руками задушу, колобок! Черт, на! 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 На!
Очень злой колобок. Сейчас мы договоримся. Сейчас. Осторожно. Я проклинаю тебя на эту куклу. Ты теперь в моей власти. Я теперь управляю тобой. Левая рука сломалась. Правая рука сломалась. А теперь на землю. Все. Я победила злого колобка. Я эту битву выиграла я. Нет, он встает. Черт, он сейчас жив. А, он жив. Нет, колобок, нет. Черт. Все, я победил. Какая я злая! Он опять выиграл! Это проклятый колобок-убийца! Но ничего! Я наберусь еще сил! Я наберусь сил и вернусь за этим! И сражусь с ним снова! А если ты не хочешь, чтобы я пришла и сразилась с тобой, то поставь лайк, а мне пора в потусторонний мир. Он поранил меня. А, Дима, все, зелье закончило свое действие. Ребята, я не знаю, но я по ощущениям чувствовала, что колобок реально хотел убить Аннабель. Была сумасшедшая драка. Надеюсь, что вам понравилось. Поэтому давайте увидимся с вами в следующем видео совсем скоро. Всем желаю счастья и добра. Пока!